Очень шикарный сорт, очень обильно плодоносит. Это все один куст. Я даже не могу его полностью вам сразу показать в одном кадре. Очень много плодов в разной степени зрелости. Созревает он от светло-зеленого с фиолетовыми бочками, потом становится желтым, оранжевым, ярко-красным. И когда зрелый, уже темно-красный. Плодов очень много. Я даже не знаю, сколько тут, несколько сотен плодов на одном кусту. Перец красиво смотрится. Куст раскидистый. Плодов, как я сказала, очень много. Этот куст может также служить декоративную функцию. Если высадить его просто на газоне, вот украшением любого газона очень красиво смотрится. Плоды у него мелкие, сантиметра два в длину и сантиметр в ширину. Куст облеплен плодами. Очень интересный сорт, очень красивый. Этот сорт растет как бы ярусами. Вот поднять одну ветку, там еще ветка. Поднять ту ветку, будет еще. Также этот сорт можно выращивать на подоконнике. Единственное условие, что горшок должен быть объемный, в литров 7 примерно, чтобы вырастить дома этот на подоконнике этот сорт. Вот так вот выглядит плод зрелый в разрезе. Он толстостенный, очень сочный, приятной остроты, приятный привкус у него. По шкале Скойла его острота составляет от 10 до 30 тысяч единиц. Заходите на мой канал, смотрите другие сорта перца, которые я выращиваю.